Модуль номер 44. Строение птицы. Данный модуль предназначен для знакомства со строением птицы, развития моторики, развития речи. Задание номер 1. Рассмотрите с ребенком данный модуль. Расскажите воспитаннику о частях птицы. Тело, голова, крылья, хвост, ноги. Задание номер 2. Попросите ребенка собрать птицу, проговаривая название элементов, которые он ставит в пазл. Задание номер 3. Попросите ребенка собрать птицу на картинке, соответствующей пазлу, проговаривая название элементов, которые он ставит. Задание номер 4. Назовите часть птицы. Ребенок должен найти соответствующий кусочек пазла и поставить его на место. Задание номер 5. Уберите один из элементов пазла. Попросите ребенка собрать птицу и, указав на место недостающей детали, назвать ее.